выкопала. Она уже обрадовалась, что уже папа пришел. Это инфоплоджер, да, тоже? Да. Созвездие инфоплоджер. Пиндосы только на чемодан сажают. Да, это старый. Это типа пластиковый здесь выглядит. Да, совсем. Инфоплод, конечно, уроды. Они изуродовали эти корабли. Да. Могли же коричневые. Могли нарастать коричневый, да, коричневый пластик станет. А то здесь не убили. Обычно я живу. Соседний город ездит. Там, кстати, интересный строительный объект, там же строят этот мост скат платного, вот там видно экран большой. Его, кстати, Аяком курирует. Мой коллега,
что с моим другом Инстаграм, он туда ездит каждую неделю. Смотрит, как там делает. Сейчас это еще сниму. Нет, один кусок получится принеси. Уезжает. И тычки еще 15 минут. Отлично. Кстати, ровно через 2 часа будет электричка Икша Поварова. Ну, через 2 часа. Думаю, сегодня. Ну, а что в Поварова там? Ну, досочки не останавливаются. Да, там точится. И только белый раст, посмотрите. Да, белый раст. Так остался. Там должны были делать большую станцию, когда должны были переводить грузовую работу с МЦК. Но я там очень давно не был. Вот тут встречный стоял, ждал шлюза, пока они выйдут. Чапаева никого не помню, нет, наверное, у них там обед сейчас. Так, кто там у нас там еще начал? Кто, пожалуйста, Владимир Киллеров? Почему нет его? Наверное, там команда, походу, вышла Чапаева, потому что их нужно перевесить. Это самый маленький. Ну, давай поедем. Встречные не показывается. Ну слушай, я особо тоже в этом, знаешь, первый раз сталкиваюсь. А вот нормальный рассказ, как он должен быть. И рама оригинальная. Да, гораздо лучше. А чей это типа тут? Не помню. А, Мастерфонд. Мастерфонд, спасибо. Мастерфонд был самый обычный компания. И небольшой ход. Там все, и прожекторы сохранились нормально. Вот все, все как надо. И просто и флагшток даже делали. Это корабль, который мы хотели пойти. Да, 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 страшно, да, хочу. Хочу заниматься. Хочу добрать. Дальше со мной не хочу. Бить на зал, мы смотрим очень жить. На нее прям газели большой штук. Газели,